Всем большой привет! Сегодня я хочу рассказать вам, как я готовлю лесные грибы. В этом году мы уже один раз вот съездили за грибами, грибов еще мало, но пол ведерка мы насобирали. Также мы насобирали где-то килограмм черники. Как только я приехала домой, сразу же берусь за чистку грибов. Откладывать это дело на завтра ни в коем случае нельзя, так как черви просто съедят все наши грибы. Поэтому сразу же чищу грибы от лишнего мусора, смотрю, чтобы не было червивых. И мою. Мою под проточенной водой, чищу ножки. Затем нарезаю на мелкие кусочки. В этот раз мы маловато насобирали грибов, но мы еще раз поедем обязательно. И я хочу поделиться с вами вкусным рецептом маринованных грибов на зиму. Если вам это интересно и вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Грибы я нарезала и забрасываю в кипящую воду. Так они быстрее у меня закипят. Также их можно просто залить холодной водой и ждать, когда они закипят, но это займет немного больше времени. Когда грибы начинают закипать, появляется пена. Обязательно ее всю нужно снимать. Также в процессе всей варки нужно собирать всю пену, что появляется на поверхности. Когда грибы начинают кипеть, обязательно убавьте огонь, иначе они все у вас сбегут на плиту. Когда лесные грибы варятся, аромат в квартире, и не только в квартире, и в парадной, просто обалденный. Немного пособирали пену, бросаем соль, черный перец горошком, душистый перец. Можно бросить гвоздику, чеснок обязательно бросьте и варим в течение часа на среднем огне. Почему я варю грибы именно час, я напишу вам в описании. Теперь уделяю внимание чернике, промываю ее под краном и убираю лишний мусор. Высыпаю чернику на полотенце и оставляю минут на 20, чтобы она немного подсохла. Теперь убираю чернику в пакет и замораживаю. Зимой я варю сынульке компот, либо добавляю в пирог, в пирожки. Ягода очень вкусная. Час у меня прошел, сливаю воду с грибов и промываю их чистой водичкой. Грибы у меня готовы, их можно добавить в жареную картошку в самом конце, либо в супчик, или просто заморозить их на зиму. Спасибо, что смотрели это видео. Если все понравилось, не забудьте поставить лайк. Всем хорошего настроения и пока-пока!